если вы фанатеете о таких играх, как Darkov, DayZ, Hunt и так далее, то зацените канал Апача. Парень играет в сурвайвалы со времен ванильного DayZ мода. В его роликах вы найдете нереальный экшен, непередаваемую атмосферу и, конечно же, великолепный саундтрек. Как будто кино смотришь. Заинтересовало? Ссылка будет в описании под видео. Сейчас не я шифтую, ты шифтовал? В магазине я. Нашел эту херню. Слева и справа один. Двое справа, один слева. Что там по гранатам? Три гранатки у меня есть. Если бы не залагало, лево, лево. Кажется, вижу одного. Минус один. Правый. Левому накидал, но не убил. Левому хая пошла. Минус. А нет, не минус. Третий, третий, третий вышел. ХЗ. Минус. Да. Не пойму где. Да, да, вверх, 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 вверх стоит, там вижу. Минус. Хилис. Ты сейчас ходишь? Нет. Подходит кто-то к нам двое. Куда? Там же, где мы убивали левого. Где левый прятался. И еще в спине. В спине, в противоположной стороне, где был тот сверху. Не знаю, как тебе объяснить, вообще без понятия. Минус. Верхний? Нижний. Там, где был слева, я не слышу никого. Книгу ты нашел вот так, да? Да, да. Бля, по мне. Там же в дверях. Там дверь открыта и труп на входе в дверь. Туалет, походу, это, да, туалет. Не попал, не попал, не попал. Грена не попал. Там же, в туалете, правда. Дал хая. Там выйти можно. Зашел он теперь? Да, зашел, он вышел. Справа отбегаю. А, здесь труп. Я взорвал. Заходи, заходи, взорвал его. Много чини. Там с противоположной стороны. Прям напротив же получается, правильно? Ну, нам надо туда, в сторону пролома бежать. Туда, в ту сторону. Че, верхнего того пойдем, посмотрим. Сейчас, подожди, я вспомню, где здесь. Блять. Вверх? Да-да-да. Вверх? Да-да-да. Там где-то он. Со стороны разлома. Сзади он там. Но они про тебя не знают, скорее всего. Пропускай, если что, ко мне их. Я их завяжу к бою. Готов завязывать? Ну, пока нет, они еще до меня не дошли. Они прям... Блять, ладно, иду.
Вижу. Один слева, другой справа. Сука, просто на месте сидит. Даун. Не убил. Там очень фулки. Ратники, наверное. Я его убил. Хорошо. Кто-то ушел за угол. Напротив тебя за угол ушел. Напротив тебя за угол. Металл еще ты? Я металл задел, да. Подпушиваю. Он где-то сидит. Да-да-да, за углом. Граната. Уходит дальше. Убегают, убегают. Еще дальше уходит. Крыса, блин. Ладно, забей на него, пойдем. Обратно. Так, а тут у нас кто? Кто такой? Харза какой-то. Тоже нормальный чел, прям. Не больше уделяешь, он нереально все долго. Я по сравнению с ними помню. Так, а где ты тут поднялся по лестнице? Так, вот он, музей истории. Где-то здесь главный вход. Где-то тут она должна быть. Так, сейчас посмотрю быстро. Кстати, в поиске квестовых предметов мне помогало приложение SSFT. В нем много полезной информации по броне, патрона, выхода с локации, тайники диких, ключи, квесты и многое другое. Есть конструктор оружия, и все это синхронизировано с ценами с барахолки в игре. Кого заинтересовало, ссылка будет в описании. Так, до хера разбросанных книг, какая-то желтенькая книжка. Нашел. Да, блин, сходили за хлебушком, блин. Тёмка, дальше. Ну, там боты уже должны спавниться. Нет. Дальняя тёмка налево, где проход. ЧВК? Да. Да-да-да, подбегает. Сзади боты подходят. Ботов стреляют. Кройся! Стой! Там двое. Боты сзади заходят, Мэтт. Убил? Убил меня, он заражен. Бот зарашил или кто? Это не надо! Блять, граната! Чужая!
Двоих. Троих. По-моему, еще одна где-то крыска засела. Походу открыл дверцу и лег. В натуре, бля. У нас еще один. Фал на 61-х патронах. Красота, бля. Один у них с Випрём, второй с Мосинкой. Все, вообще. Не понял, то ли уже в тетрисах, то ли где-то пристроил. Примерно откуда? Двое на жопы. Минус один. С какой стороны у жопы? От белой будки, но я сейчас умру, скорее всего, не будет. Погоди, секунду, живи. Я у белой будки, он ближе к жопе. Ага, я тебя вижу. Их пока нет, дай мне время. Мне граната. Шел за белую будку. Вижу. Минус один. Ага. Он было больше. Снайпер, глушителем, не? Да. Что-то там такая, типа ДМРки. Черная каска, типа улач. ХЗ, не видел. Вот, стрелял он только что. Вон там еще. На шаре? Да. Сейчас посмотрю. Кнопка. Я не успею за кнопку. Тоже не успею. Да, на шаре. Минус. Кнопку ловите. Он внутри ходит, ясно, обнаружил, чекаю. Внутри где они? Внутри шары. Как наверх подниматься в эту будку центральную? Он уже поднялся. Вдоль меченки. Глушак, по кому? Наш. Убил. На жопе, на крыше был. Вот он поднялся, значит. Дорабатываю. Дерево, кто в меченке? Не свои. Не мы. Минус. А не, броня была или ты сломала? У него брони не было. Смотри наверху, может, не получилось. Не на кнопке. Четвертый левел чел, блин. Ой, я, по-моему, дорогую вещь вытащил. Че вытащил? Кастомная на 133 квестовая стоит сейчас или нет? Раньше да, 150 в районе. Я вчера вытаскивала. Та же самая цена. Вот. Nice work, bitch! Че ты не разговариваешь, а? Че, устала, вот она не разговаривает. Потом надо будет в ПВЕ выйти, потом
кнопка. Ты что, взорвался, что ли? Ёб твою мать! Бил. Своего чувака убил. Кнопка, возможно, его друг. Я в здании с люком. Бот по кому-то. Убил еще. Повтори. Убил? Да, убил. Я у палаток, у меня просто это рядом. Едеть, у него Сашка. С снайперским прицелом, блин. Ориентируй. Сервера. Спортзал? Нет, да. Ты с МП7, да? Баллон, блин. Ядрит! Так это же читак, походу. Забрала, выдержала. Нет. Он пикнул из-за угла, два выстрела дробовика, два выстрела мне в голову прилетело. Все, что можно просто. Меня он так быстро, просто он выглянул и сразу был. Так, чё у меня там стекло? 26 хп. Я думаю, лучше стёклышко накину, блин. Мэтт, ты с чем был? СКС. А, туда я тебя не буду раскидывать. На выход побежал нахер, блин. Пока он ничего посерьезнее, чем дробовик, не нашел. Так я тебя раскидал, я сразу к тебе подошел. Так он же прям на мне был, когда мы... Не-не-не-не-не, я же его запушил, он отступил за стенку. Я только к двери подхожу, вон от нее отходит. Я от нее отхожу, он к ней подходит, как бы. И вот так мы с ним танцуем, потом он раз... О, понял тебя, блин. Давай, перезаряжай, блин, быстрее.
Походу убил его. Сейчас, конечно, дропи у него хорошо летит. Он к тебе подлетел, что ли? Дэня, Сикель. Он же? Да. В башку попал, усыпил его. Капец, он мне попал. Столько раз. 3 раза в голову картечью. 4 раза в торс. Да. Этаж? Второй. Сука, ноют. Ваши гребаные сервера. Что? Что случилось? Ты что меня выкинуло? Ну что ж, придется залутать Тетрис. Штанч, даже не смей лететь. Я тебе серьезно говорю, я просто сейчас вернусь и убью тебя. Вот без обид. Тогда тебе сразу сейчас надо. Вот где я стою, блядь, вообще-то. Даже не думай туда идти. Кстати, тебя нету в Тетрис. На втором. Ты где-то раньше, походу, вылетела. Так что вот там и стой, где ты вылетел, там и стой. Нет, слушай, не понимаю. Чё хоть было-то? Я не знаю, я ещё не залез. Не лезь, ну лезь, это не лезь, говорит. Она тебя сожрет, да? Слышь, стоит, смотрит на нее. Не трогай, серьезно тебе говорю. Чё там, видеокарты? Да. Ну я же их фармлю, блин, я уже это сделала. Стоит, говорит, смотрит. Я так и понимаешь, протянула руку взять, я только беру и спортсмен. Прям заправка там? Да, рядом заправка. Видит, видит меня. Походу, читак, сука. А где, скажи мне? На гранате. Да, читак. Да-да-да. Сволочь, блин. Чё? Что, невидимки появились, бля? Примерно так проходили у нас рейды, когда мы хотели просто поделать квесты и полутаться. В принципе, мы даже не искали PvP, но моменты получали сами собой. Хейтеры, конечно, напишут, что стримеры всегда убивают актеров, которые подвозят им хороший лут. Но, конечно же, это не так. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Спасибо за просмотр и увидимся еще.